Привет, Туймазы! С вами первое интернет-телевидение города Тусити ТВ. Сегодня в парке проходит фестиваль красок, и мы во всех красках покажем вам этот фестиваль. По-моему, я съел пару пакетов, если честно. Осторожно, ребята. Тихо, там просто пошло. Еще! Еще! Туймазы! Вы любите свой город? Отлично! Что за праздник сегодня? Фестиваль красок. И что мы делаем на этом фестивале? Бесимся. Скажи, а краска отмывается? Не знаю, надо проверить. А если ты всю жизнь такой ходить будешь? Весело же. Привет, вы такие цветные, классные. Скажите что-нибудь о фестивале. Сколько лишний микрофон стоит? Этот фестиваль очень хороший, нам очень нравится. Хорошие выступления, да. Вообще очень весело. Блогов можно много снимать. Это забавно. Видеоблогеры, круто. Что для вас фестиваль красок? Фестиваль красок – это веселье, это радость, это жизнь. И это краски, главное – краски. И лишнее видео за. А почему вы своего друга вот этого классного не показываете? Потому что у меня синий цвет волос. Он немного стесняется. Он немного синий. Да, такое бывает. Твоя голова еще синяя. Ну скажите нам еще что-нибудь очень громко и весело. Всем добра! Всем добра! Да, всем! И радости! Здрасте! Как тебя зовут? София. Ты сегодня пришла одна? Нет. Пришли два брата и сестра. Ну давай передай привет маме и папе. Я им передаю большой привет. И все! Типа, можно вас не нет! Давайте не ссорить. Не чуть-чуть только. Спасибо, классно. Ребята спрашивают, по какому каналу нас будут показывать. Нас будут показывать по Ютубу, Рутубу, ВКонтакте. И называемся мы Тусити ТВ. Запомнили? Да. Ну-ка повторите громко. Тусити ТВ! А еще громче! Тусити ТВ! Привет. Привет. Я вижу, что ты такая цветная сегодня. Ты пришла с подружками, но они убежали. Они стесняются. Да. Как тебе фестиваль? Я пришла только что, но уже успела поехать, круто. А вы сегодня один пришли? Нет, с семьей. Но они все разукрашенные? Ну нет, старшие так разукрашенные. Ну вы отстаете. Я, да. Спасибо. Я не в том возрасте. Спасибо большое. Здравствуйте. Вы организаторы. Да. Ну, расскажите нам о своем фестивале. Так, ну, наше мероприятие проводится по России все лето. То есть мы были уже во многих городах, таких как Уфа, Самара, Ульяновск, Тольятти. Вот. А вы сами откуда? Мы из Туймазов. Замечательно, значит, город Туймазы посещает прям вообще весь мир. А я Карина. У нас еще есть организатор Марат и администрация Туймазинского района. Вот они нам тоже помогают. Вы хотели спросить о составе краски и смывается ли она?
краска смывается легко, это просто как бы порошок с пищевым красителем. То есть ее можно даже кушать, но... То есть если не раскрасишься, можешь остаться сытым. Да. Замечательно. Нам очень нравится ваш фестиваль. Спасибо городу Туймазы за таких идейных, классных, веселых людей. Вам спасибо за то, что пришли. Это был самый яркий, красочный выпуск «Тусите». И с вами была я, Екатерина Курбатова. Тусите!